Сегодня представители ряда неправительственных организаций провели акцию протеста перед посольством Франции. Как передает канал 13, участники акции держали в руках плакаты на английском и французском языках, озвучивали лозунги «Карабах – это Азербайджан», «Франция – будь справедливой», «Уважай международное право», «Франция – убирайся из ОБСЕ». Участники прочитали подготовленное заявление. В заявлении отмечается, что пункты резолюции, принятые Сенатом Франции, бросают тень на достигнутые 9 ноября соглашения между Азербайджаном и Арменией. Франция, закрывавшая глаза на многочисленные международные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, неоднократно совершенные против мирного населения Азербайджана, террор и вандализм, продемонстрировала на весь мир лицемерие и двуличие. Эта резолюция ставит под угрозу достигнутый мир. Мы осуждаем резолюцию и требуем ее отмены. А до отмены пресловутой резолюции Сената мы требуем прекращения всех связей с Францией. Протестующие назвали принятую Сенатом резолюцию большим позором и черным пятном для Франции, как для постоянного члена Совета Безопасности ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Пусть Франция откажется от мандата сопредседателя и посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, а наш посол в Париже будет отозван.